Всем привет, друзья! С вами снова я, Белокопатель. И сегодня мы распакуем, подробненько посмотрим вот такую упаковку 5-рублевых купюр СССР. Здесь у нас 5 рублей образца 1961 года. Общее количество — это 1000 листов. Две пачки из этих вот, две пачки по 100 купюр будут разыграны. Одна разыграется здесь на среди подписчиков на YouTube. Надо будет поставить лайк этому видео, также быть подписанным на мой канал и оставить любой комментарий под этим видео. Вторую пачечку вы сможете выиграть, перейдя по ссылке в описании. Там будет розыгрыш в нашей группе ВКонтакте. Итоги конкурса мы подведем 5 мая в течение дня. И узнаем победителя. Желаю вам всем удачи. И огромное спасибо за предоставленные купюры Алексею с канала «Золотая лихорадка». У нашего комрада есть Инстаграм и канал на Ютубе. Все ссылки на его аккаунт вы найдете в описании под этим роликом. Леха, огромное спасибо за купюры. Итак, давайте подробно посмотрим, что из себя представляет упаковка советского образца для купюр. Здесь у нас 10 пачек по 100 купюр в каждой, то есть 1000 листов. Здесь у нас указана сумма каждой пачки 500 рублей. Все это перевязано бумажкой. Здесь у нас, смотрим, что идет пластиковый пакет и тиснение. Если я не ошибаюсь, Элексбанк, Мариинский филиал. Здесь у нас что идет? Опять же идет тиснение Элексбанк, Мариинский филиал. Все запаковано. Так, что у нас здесь? Элексбанк, банкноты Государственного банка СССР, 5000 рублей. В 100 листах по 5 рублей образца 1961 года. Есть кассир, есть дата 23 января 1993 года. То есть эта пачка у нас с данной датой не вскрывалась. Сейчас мы ее вскроем. Здесь у нас что идет? Инициалы Гришкина ЕВ. И здесь у нас Зимова. Так, ну что, давайте вскрываем. Вскрываем упаковку. Еще раз смотрим вкладыш. Данная упаковка не вскрывалась с этого времени. Я так понимаю, если не ошибаюсь. Так, и здесь у нас 10 пачек. Открываем упаковку. Сейчас мы посмотрим. Так, первая пачка у нас января, также 29 января. Ветхие. Видите, здесь есть пометка «ветхие». Это значит купюры, побывавшие уже в обращении. Так выглядят подобные пачки. Здесь у нас что? Также 29 января 93 года. Так, давайте выберем, которые получше упакованы. В принципе, здесь не нарушена упаковка. Вот, так что, я думаю, мы можем выбрать абсолютно любые две пачки. Давайте выберем вот эту. И две пачки отложим. И вот эту. Данные две пачки будут разыграны. Одна будет победителю на YouTube достанется. А другая, перейдя по ссылке ВКонтакте и выполнив условия, также достанется победителю. Ну а теперь давайте посмотрим и распакуем первую попавшуюся пачку. Так, вот таким вот образом. И перед нами предстает ностальгия. Это 5-рублевки 61 года образца. Вот 61 год.
Для многих эти деньги ассоциируются с целой эпохой, я больше чем уверен. Много приятных воспоминаний из детства. Также, ребята, скажу вам, что если вы хотите приобрести эти купюры, обращайтесь ко мне в личку. Я думаю, смогу с вами поделиться практически за даром. И вот вы видите номер у купюры. У каждой купюры есть свой номер и своя серия. Среди этих номеров можно поискать и попробовать найти более-менее редкие. Ну, как вы видите, вот у некоторых сохран даже получше. Вот это вот более-менее такая в приятном сохране. И сейчас мы посмотрим, какие здесь есть номера. Номера идут, естественно, в разнобой, так как эти купюры не из банковской, да, упаковки, не только что отпечатанные. И номера здесь абсолютно разные. Могут попасться и какие-то редкие. Серии абсолютно разные номера. Я уже записывал видео про купюры, про поиск номеров также. Какие номера ценятся, перейдите по ссылке и посмотрите данное видео, кому интересно. Здесь у нас только 5-рублевые купюры, практически зеркальные. Вот, уже абсолютно соответствует названию ветхая. Я отберу, отсортирую, которые получше, и те смогу, этими купюрами смогу с вами поделиться. А повторюсь, две пачки мы разыграем в конкурсе. Сейчас для примера я вам продемонстрирую, какие же были еще купюры. Поностальгируем. В комментариях также можете написать, какие интересные воспоминания у вас связаны с этими деньгами. Данные купюры можно использовать для какого-нибудь интересного коллажа. Потому что ценности они, конечно, уже не представляют. Те, которые хорошие, можно отобрать, а те, которые более-менее ветхие, пойдут на какую-нибудь инсталляцию интересную. Так, вот давайте вспомним, как выглядел 1 рубль. Это у нас, по-моему, уже более поздний его вариант. Рубль у нас по размеру меньше, чем пятерка. Вот 1 рубль у меня есть более-менее качественный. Так, это у нас получается 61-го года тоже. 61-го года. Также мои 5-рублевки. 10 рублей. 61-го года. С Лениным. А это 10 рублей уже 91-го года. Как вы видите, отличается. Добавились всевозможные дополнительные средства защиты. Вот еще 3 рубля 61 года также. Друзья, ну а на сегодня это все. Надеюсь, этот обзор вам был интересен. Немножко мы окунулись в ностальгию, о чем и предлагаю продолжить в комментариях наше обсуждение. Кто-то что-то вспомнит про эти деньги, какие-то интересные моменты. Интересно поговорить по ценам можно, кто что помнит, сколько что тогда стоило. И также, конечно же, участвуем в конкурсах. Помним, что надо быть подписанным на канал, поставить лайк под этим видео и написать любой комментарий. И также перейдите по ссылке в описании, там вы попадете в нашу группу ВКонтакте, и где сможете выиграть еще одну такую пачку. Все, всем удачи, друзья, с вами был Белый Копатель. Итоги, повторю, подведем 5 мая в течение дня в прямом эфире. Желаю вам всем удачи, всем пока.